сказали, а они заставили кушать нас. Заставили, да? Да, заставили, да. Мы должны еще покушать. А то еще вот в некоторых архивах сохранилось тоже, что были вот специально вот такие вот, они типа как агитбригад, специально собранные команды, когда корреспондент и несколько там представителей командования раздавали детям подарки, жителям населения, все это фотографировали, улыбались. И все это потом в Германии и на оккупированных территориях демонстрировалось и показывалось, что вот какая армия победительница. Считали, что мы отданы полностью немцам. Да, и да. Область, и в Черевцов считали, что мы немецкие. И, нас, и до сих пор, даже в Сибири я была, вот, ну, уже давненько я была в Новосибирске, у меня эта сестра, он жила в Сибири. И там вот, что не кинется, она говорит, ой, да Ростов ваш там, он, немецкий, они до сих пор считают все, что Ростовская область и Ростов считают, что мы немецкие. И до сих пор это еще не кинется. Ну, у нас же город-герой. Ну, город-герой, ну, считают вообще. А мы город-герой. Ну, не вот, город-воин, я хочу сказать, город-воинская слава. И вот, видите, Марфе Николаевне конфетки заставили даже скушать, а вот бригада, которая ездила, вот они сфотографировали все, назад забрали и поехали дальше. Просто заставили, мы не хотели, мы вообще никогда не брали ничего. А нет, заставили и улыбались, а мы, ну, а куда нам деваться? Если мы не будем улыбаться, и нас, значит застрелят бабушку. А кому это нравилось? И когда наступали, вообще, когда были бои, бабушка, нас всегда на ночь в погреб отправляли. А бабушка никогда у нас на Богу помолится и на печи говорит, ой, там убьют, там пусть убивают. И всегда на Богу помолится, в хате она ночевала всегда у нас. Вот. А потом мы, так же были мы, а потом, когда наступали наши, уже, я не помню, в каком году, и этого Осипова, и нас, не помню, оно зимой было. 43. Наши были, когда наступали, тогда штрафники назывались.
2020 год указом президента Владимира Владимировича Путина обозначен как год памяти и славы, так как в этом году исполняется 75 лет со дня победы Великой Отечественной войны. И вот у нас в Центральной Чудковской библиотеке сегодня присутствует очевидец военных лет. Просим предоставиться вас. Как вас зовут? Алексей Тихонович, фамилия моя Ищенко. Расскажите, пожалуйста, вот свои воспоминания по освобождению поселка Чертково и Меловое. С чего начать? Что я проживал на Меловом, по улице Коммунаров, 9. Вот. Бомбежка, вы говорили про бомбежку, Коммунаров 9. Коммунаров 9. Да. И один из периодов, я сейчас не помню, когда это было сам, но знаю, что еще не было снега. Вот, ну, это, и мы с матерью, все, мой брат, сестра и отец были на фронте. Ну, и мы с матерью решили эвакуироваться сама, потому что немцы заняли этот поселок Чертково. Вот. И мы эвакуировались в сторону Ясного Променя, ну, это на Меловской стороне. Да, в Стрелецкие сторону, да. Ну, поехали мы туда, сами с матерью, сами вот, и дошли мы до мостика, на Ясный Промень, там мостик проходит, такой небольшой мостик сам. И там уже были немцы, на мотоциклах стояли немцы. И нас возвратили обратно, век, значит, в сторону Чертково. Мы развернулись, пошли в сторону Чертково. Начали подниматься на горку здесь, самое, где обелиск Москвой стоит. Вот. И налетели самолеты, немецкие самолеты, начали бомбить. Ну, стрелять и бомбить самую эту площадь, самую же. Мать, значит, самая была, ну, с матерью была корова, была сама, она сам хотела с собой ее увезти. Вот. И здесь получилось так, что самолеты, когда налетели, она не знала, кого спасать, или корову спасать, или меня спасать. Ну, нашла место, значит, самое это, для коровы там был сарайка какой-то, она в сарайку ее загнала, а меня схватила и понесла в подвал. Подвал, который наши воинские части, когда отступали, выкопали блиндаж для командного состава. Вот. И в этом блиндаже уже находились люди с детьми такими же, как и я, подростками, как и детьми. И там я провел само до конца, ну, в общем, пока не освободили поселок Чертово. Вот. Да. Бомбежка была ужасно, да? Да, особенно было на площади. Ну, площадь, где вот этот обелиск стоит, Меловской обелиск самый, там шли очень сильные бои. И когда наши наступали со стороны элеватора самого, Осикова, со стороны Осикова, и им дали проход в сторону Ясного Променя, туда самое, в сторону Беловодска, Ясный Промень, туда. Вот. И тут на площади были очень сильные бои. Ну и вот это ж и то.